Фух, тишина, тишина. Хорошо. Так, ребят, все. Теперь давайте получим пизды. А теперь можно и поиграть. Есть место, где уже сотни людей получили то, о чем давно мечтали. Это sunstrike.net. Сайт, которому можно верить. Здесь даже если у тебя нет денег, то счет ты можешь пополнить своими вещами из Доты или КС. А также в специальном Sunstrike кейсе тебя ждет 100% окупаемость. Причем абсолютно всегда. Настало время и тебе выиграть все самое лучшее из Доты. Переходи по ссылке в описании и получи плюс 10% к пополнению. Ёбаный свет! Блять, как они это маскируют под такую безобидную вообще тему? Как они это маскируют, сука? А вот и мой мальчик. Я не знаю, почему он играет без капель, я просто не верю. То, что у него 7000 игр, но невозможно просто играть без капель на SF против шторма. Тихо. Спрятаться за деревом, пацаны. Вот тут стоим. Стоим, просмотрите. Он нас не видит. Брат. Братья мои. Ну ладно, хотел СФ, а забрал его, сука. Братишку. Иди. У тебя девушка есть? Да. Так это, а девушке сколько лет твоей? 19. Неплохо. Она знает, что ты под губу хуяришь там или что это? Я просто не разбираюсь, если что, поправь. Знает, знает. Не, ну она как бы, конечно, против, но хули сделаешь. Так а ты ей под губу тоже засунь, может ей понравится. Блять, кто бы... А, я хочу, чтобы я был на ютубе, короче, понял? Ты будешь на ютубе. Зайду на ютуб. Да, ну, я вот сейчас обращаюсь, ты девушке обязательно покажи свой видос, ну этот видос, в котором ты будешь. Я вот обращаюсь сейчас к твоей девушке, чтобы она разрешила тебе кидать под губу и не выебывалась, потому что, ну, пусть сама попробует, вот она не пробовала и говорит, что типа это хуёво походу, да? Конечно, да, бля, я хуй знает. Поэтому вот твоя девушка должна тебе разрешить, поэтому покажи ей этот видос и скажи, что иначе, ну как бы, у нее все может быть плохо. Спасибо за 1000, а шо это? Есть контакт, блядь! Есть контакт такой! Тима, что это за... Сучий пидор, блядь! Замедленная, сука, съемка! Ой, ну почему? Маму ебал! Тва ебучая! Что это за животное? Ну уроды! Пиздец, дебил! Пиздец, вот этот дебил! Че он этот дебил? Да хай, хай, гол, хай, сука! Девочки кончили, блядь! Блять, меня ебут, да я крепчаю, сука! Че, чучмек, ебана, девочка? Пиздайте, соси мою перебабу, ебать! Ебать, он мне опять оглухманил! Ебать, помогите, ребята! Сука, шнеки, девка! Калькулейтед. Как, блядь, ну как это такое может быть? Вообще, блядь, невозможно. Это как, блядь, так? Вот как так происходит? Как? Объясните, я не понимаю. Кто-нибудь, блядь, расскажите, что там происходит? Вот это выключил. Питерской игры. Как так выходит? Игрок увидел твой контент на алтуре, не удержался, решил глянуть как на стриме, ну и крячок заодно. Сосай, блядь! О, здорово! Ой-ой-ой, моё! Моё лиси! Ой, моё лиси! Ой, моё лиси! Ой, моё лиси! Ой, хорошо. Кстати, найди вот эту точку, фарми. Но потом 2 часа. Молодец. Ничего не есть. Только пивом запивать и терпеть. Крит на вас туда, в скринчик. Только этим себя и поднял. А вот академия...
Нет, крита вообще не будет. Раз критов не было, может быть, сейчас будут криты. Я ж так вообще не понимаю это. Вот смотрите, крит. Вообще критов нету. Соси, сука! Соси, говорю! Какой мисс? Что за хуйня? В смысле два мисса? В смысле два мисса по Баунти Хантеру 9 уровня? Что? А! 17, мать его, процентов! Ха-ха! 17% же, это 100! Я не перестаю удивляться, у него нету медальки, у него нету таланта, это просто было, ну, знаете, такая хуйня может случиться только со мной, когда ты бьешь два раза подряд на 19-й минуте Баунти Хантера, у которого один хп на один удар, у тебя выпадает два мяса, и ты просто умираешь, ты просто забей. Это вот вся суть моей удачи отражается в этом моменте. Пиздец, ну хоть ты сейчас пизды получишь, значит. Я злой пиздец, я хочу кому-нибудь ввалить. Сука, тебе вломлю точно, у тебя ж мясов нету, я надеюсь. Шел отсюда, все, умри в муках. Ублюдок. Торнадо доджем, которого нету почему-то до сих пор. Вот оно и оп, красота, да? Подожди, вот это нормально. Эвил Артас Папич, какой антимаг животное. У меня 6к мейн, сейчас будет веселуха. Папич мид не даст, сука. Блин, это веселая катка, по-моему, намечается. Олег, ау. Помнишь, сосал мне в лесочке на кубне? Может, повторим? Люблю тебя, братья. Я переливал, а не сосал, вообще-то. Ты на сларке, по-моему, играл. Не путай сосание с переливанием. Трей, это опять я. Еще раз, все самое наилучшее. Вопрос, как тебе команда Нави и отдельно Дэнди? Лично я очень уважаю, люблю Нави и Дэнди. Я не слежу сейчас вообще за Нави тем более, потому что они сосут уже. То есть они вот Нави не переливают. Нави сосут. И они сосут уже 3 года и... Наверное, года полтора назад я перестал за ними следить, поэтому я тебе ничего по поводу Нави сказать не могу. Пацаны, вы готовы выигрывать? Нет, блядь. Нахуй выигрывать, давай сливать. Бля, плюс нах. Плюс, блядь. Я за слив нах. Я тоже, блядь. Кто выиграет, тот пидор. Я... Никогда не сосал за чизбургер. И тебе не советую. Правильно делаешь, не соси за чизбургер. Максимум за бигтейсти можно, согласись. Чизбургер это вообще не варит. Ой, бля, наступил в говно, блядь. Свою! Нет, блядь, это ебаный РМДига читает, блядь. Ставь Лукас, блядь, в чай, нахуй, если любишь колясочников. Именно. А ты когда в туалет ходишь, жопа подтирает? Рукой соседки. Спасибо. Ну, короче, мид у меня не зашел. В очко зашло, почему же? Ну, только рачку зашло, но не мид же. Не, ну, конечно, творожком, блядь, подзалупнуть, все заебись бы. Батя хуями не научит, блядь. Батя хуями пол бы даст. Особенно твой. А у меня бати нет, иди нахуй. Ну, очень тоже неплохо, блядь. Ебать, что это сейчас было вообще? Блядь, ебучие имбецилы. Ему ты в лицо скажи, блядь, пидор. Я могу тебе в лицо сказать, что ты пидор. Это, блядь, ты зря, нахуй. Маны нет, ничего нет, иди нахуй. Мамы у тебя нет, блядь. Вот это зря сказал, чё вырвало. Ух ты, еборишь, бля, ебать, тетя шлюха. А можно что-нибудь там, бля, под коленку мне подложить, сука? Дед, попа боль, нахуй, а. Ты представляешь, бля, я не могу, блядь, нахуй. Да ты шо гонишь, бля, ебаный старый, бля, ты шо, нахуй. Косу дай, ты заебал. Я не могу, блядь, дотянуться, ёбаный рот, блядь, ты видишь, сколько мне лет, блядь. Ты джага улетел. Да я молодого погонять. Лысого? Не-не-не, молодого, не лысого. Ну, у Никра явно не молодой. Ты чего, блядь, охуел, ебать? Ты шо мне, блядь, штаны будешь лезть на? Лыжник, блядь. Уф, лыжник ты, ёбаный, блядь, ты куда смотришь, сука, собака дикая, нахуй, пёс, блядь, как мердячий. Ебать ты с Бразерс, нахуй. Старый. Паш,
Давай его, давай его. Возможно, он вверх пошел. Баш. Хорошо, ну... Я не тот человек, который он на другую мапу, блядь, выпрыгнул. Я думал, он, блядь, на другую карту прыгнул там. Хуяк и на бутылку в какого-нибудь, сука, кунке. Сука, просто на соседнюю карту. Не, ну... Такое, сейчас меня кто-то должен влететь. Жучок еще тут. Сейчас меня будут в три ствола душить. Да сосите вы член мой! Хейтеры, блядь, иди сюда. Ты, сука, с друзьями только можешь. А в ебальничек по-честному. А где мои баши, сука? Ну это ж невозможно так играть, ебать. Ебать, а как играть на войде, если у тебя не работает пассивка замакшенная? Да ну нахуй. Ебать, ладно, булавой кинул в него. На 500 рейнджа. Окей. Не вопрос. Вот сейчас дота исправилась. Хоть так.